fuori, replicando. Un question. Театр, да? Да! Да! Южный театральный форум ежегодно проходит на курорте, но в этот раз его открыл Российский союз уличных театралов и артистов. Они подготовили для Сочи специальную программу «Уличный театр города» с участием 5 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также сочинских артистов. Сочи, публика вот такая. Город прекрасный, мне очень нравится. У вас тут такой климат, такие пальмы, такое море, красота. Чудесно. Все здесь прекрасно, ждем веселья и получаем веселье. Уличное искусство в России есть, утверждают артисты, создавая сочинцам весеннее настроение. Они предлагают такие театрализованные действия с футуристами, скейтерами, с элементами буфонады сделать постоянными на курорте. Коллективы из Краснодарского края могли бы вырабатывать бы свои идеи и приглашать гостей из других городов, потому что большинство людей, ну, собственно, приезжают в ваш благословенный край для того, чтобы гулять, а не сидеть в коробочках. И, конечно, они хотят, они ходят по улицам, по набережным, они хотят видеть постоянное движение на улице. И очень много всего талантливого происходит, очень много сил собрано. То, что вы сейчас видите, это чуть-чуть, а мы можем много. Сочи открыт для театров и театралов, это подтвердил глава города Анатолий Пахомов. Более того, в этом году у курорта появился свой муниципальный новый театр Сочи. Но и другим артистам здесь места хватит. Поверьте, мы всегда готовы приложить всевозможные усилия для развития искусства и культуры в нашем городе. И поддержать, конечно, все творческие инициативы, с которыми будут приезжать театральные деятели. И особенно еще раз вас приглашаю для того, чтобы вы приезжали со своими театрами. Мы говорим еще раз, добро пожаловать! В Сочи теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы по всем театральным направлениям. Здесь также речь пойдет о проекте нового закона о культуре, о подготовке стратегии развития театрального дела до 2030 года и о национальном проекте «Культура». Все надо привести в порядок. Но это живое дело. Это так необходимо везде и всюду. Жизнь меняется, законы должны меняться, адаптироваться и так далее. То, что в течение 8 форумов начинается серьезная работа. С одной стороны, радость встречи, обсуждение каких-то насущных проблем, а с другой стороны, законодательная база, которая должна существовать, которая должна помогать нам. В целом, год театра пройдет 8 театральных форумов в различных федеральных округах нашей страны. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.